говорим? Мы говорим, да. Ну, вот. И какие впечатления от Випассаны? Впечатления? Это первый мой вообще опыт. Я, честно говоря, такой человек, ну, довольно приземленный, поэтому, но иногда я пытаюсь, и Аня меня так сподвигает иногда на какие-то мероприятия. Я ездила тоже еще к ее друзьям, тоже в йога-дом, вот к вам. Мне очень интересно, мне было, вот я себе поставила как бы мотивацию, действительно, и я уже к этому дню, вот к концу этого дня, я понимаю, что да, да, у меня получилось, я, не знаю, глубь себя, блин, видеть там много всего интересного, успокоиться. Это самое важное, на самом деле, потому что, ну, моя работа тоже, она такая достаточно не творческая сейчас, хотя была творческая. Поэтому большое-большое спасибо, на самом деле. Я думаю, что я буду не последний раз. Думаю, что мы встретимся не раз еще. Спасибо. Спасибо, Сереж. Да. Огромное. Спасибо.